небу близнец играет. Только вы перегляни, не загляделся. Еду, гляжу, а сам апельсин чищу. И делаю это мимодумно. Во! Вычистил апельсин и бросил в воду. В руках одна корка осталась. Рисовал апельсин чище до яркости. Я и не огорчился. На глотке место заприметил. Вылечь к нему воду, глянул, что мой апельсин делает. Наша вода чудеснейшая. Сам на ней вырос, и апельсин должен подняться.
Понятно, и удивительные какие апельсины. В торговой лавке приходит хозяин лавки, но без кофе только. Я говорю, без кофе. Следом за ним появляется хозяйка с помощницей и с кучей тканей, с огромной кучей тканей. Вынесите мне огромную кучу тканей. И готовят лавку к открытию. Ну что, все? Уверены? Ну-ка, посмотрите хорошенько. Грязно. Грязно. Уже закончила? Ну-ка, посмотри хорошенько. А теперь вниз. Ага. Появляется модница. Модница, значит, согнулась, кренделем изогнулась, пальчики в стороны растопырила, да голосок на иностранный манер завыделывала.
головой по-особенному мотнула и надменным взглядом лавку окинула. Торговцы переглянулись, рты от изумления пооткрывали, да вокруг модницы залепетали. Появляется муж. Очень уставший от прогулок по магазинам. Что такое? Идея. Ну, давай. Хорошо. Модница заговорила. Ну, попробуй дать третий. Не то. Что ж, торговцы переглянулись, кренделями изогнулись. Торговец взял все в свои руки. Модница нос заткнула, на ткань справа и слева поглядела, ручками пощупала, пощупала, я говорю, пощупала ручками. Очень ей не нравится материя. Но коль модная, так куда деваться? Угу. Что-то придумал? И чего придумал? Так, что придумали? И купила таки модница материю полкотер цвета лежантин с отделкой. Следом за модницей выстроилась в лавку целая очередь точно таких же модниц. Thank you.
Какую мне сказку вам рассказать? Яночка, какую сказку рассказать? Про апельсин. А нет, не про апельсин, а сначала мы какую сказку? Про медведя Пили-пили. И перепелиху. Правильно. Дело было в сказочном лесу. Где у меня лес? Дует ветер, тихо-тихо. У листочка зашуршали. Чуть-чуть сильнее ветер подул. А теперь совсем сильный ветер подул, листочки все в одну сторону сдут. А в это время по лесу зайчики поскакали. Раз, два, три, зайка, замри! А ушами покрутите, а хвостами повертите, а морковку как грызете. Раз, два, три, огромный слон замри! Ну-ка ушами помашите, ногами подобайте, хоботом потрясите. Раз, два, три, красивая птица, замри! Ну-ка крыльями взмахните и в одну сторону летите. А теперь в другую сторону летите! Полетели, полетели, полетели на землю! А в это время по лесу перепелиха пошла. Идет перепелиха и ягодки собирает. Птичек увидала, зернышки раскидала. Кушайте, птички, кушайте. А в это время по лесу страшный медведь идет. Медведь птичек увидал, на них громко зарычал. На перепелиху тоже громко зарычал. А перепелиха-то тебя увидала? Перепелиха меня увидала, ногами затопла, заохала.
море. Буль! Стали апельсины расти большие-большие, высокие-высокие. Ой, как много апельсиновых деревьев. А в нашей-то сказке апельсин был? Один. Какой большой апельсин. Как же снять его? Не знаю. Надо Перепелиху позвать? Да. Ну, Перепелиха, выходи, ребятам помоги. Продолжение следует...